Завтра у Олега Зубкова состоится очередной суд. Подписчики Алкопрессы постоянно пишут в комментариях, что не дадут посадить любимого Олега Алексеевича. А что вы сделаете, бабушки? Придете к зданиям суда с плакатами «Хватит кошмарить Зубкова» или «Руки прочь от Олега Зубкова и его парков». Именно с такими плакатами 11 декабря 2015 года семейство Алексагиных в полном составе вышло к зданию Белогорского суда, за что и были привлечены к административной ответственности по части 2, которая позже была заменена на часть 5, статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом в размере 20 тысяч рублей на каждого. Такие штрафы, которые за последние годы наверняка выросли в разы, ждут каждого, кто решит повлиять на приговор суда и поддержать лицо, против которого ведется уголовное дело. Пытаясь уменьшить сумму штрафа, картавая помощница Зубкова не нашла ничего лучше, чем сказать правду. Все семейство Алексагиных на протяжении многих лет кормится за счет парка львов Тайган. Не могла же Татьяна Викторовна обмануть суд? Получается, и муж, и сын, которому на тот момент уже было 26 лет, находятся на ее полном иждивении. А теперь Дениска, который любит избивать людей лопатой, еще и семьей с несколькими детьми обзавелся. Невестка Алексагиных, любящая ездить за рулем без прав и в нетрезвом виде, недавно обзавелась ИП, через которое торгует сувенирной продукцией парка с их зарегистрированным товарным знаком. Татьяна Алексагина не просит прямо, но бабушки активно шлют посылочки, в надежде, что именно их подарок покажет в очередном ролике любимый гамадриловед. При этом она, как бы вскользь, не забывает напомнить, какой размер памперсов у гамадрилов, и что больше любит Влад и ее внучки. Вы не помогаете животным, они находятся на балансе зоопарка и обязаны получать питание. Вы кормите семью тунеядцев, которые присосались к тайгану и живут за счет парка, а точнее, за ваш счет, тайганофилы.